Здравствуйте, ребят. Есть у меня такая вот камера. В ней запасные аккумуляторы. И вот когда-то куда-то надо будет мне выехать и с собой взять камеру, значит, я ложу какую-нибудь сумочку, пакет его. Но это все не очень-то удобно. Поэтому я сделал вот такой вот заказ. Сейчас вам покажу, что это такое. Положим вот сюда. О, и откроем эту бандерольку. А здесь вот находится вот такая вот штукенция. Эта штукенция называется... Вот, что оно такое? Штука, ну, как оно? Что оно? Сейчас посмотрим. Вот такая вот сумка для вот этой вот камеры. Как-то она какая-то кривая, кривобокая какая-то. Ну, хорошо видно. Хорошо видно. Ага, вот она, видите, что. Вот она что. Вот она что. Ее просто придавили хорошо. Ну, ладно, посмотрим. Откроем замочек. Конечно, похоже, не очень хорошо. Замочек открывается. Здесь все двигается. Сеточка чего-то туда ложить. Так, здесь у нас что? Поролончик, да? Поролончик. Это мы все вытягиваем. Раз. Это что у нас? Для чего? Ага. Так. Это у нас тоже вытягивается. Это у нас тоже вытягивается. Это тоже. Все вытягивается. Это оно обрезано, но вставлено. Так. И теперь это все сюда ставим назад. Как-то, конечно, она... Ну ничего. Теперь, значит, так она. Вот так, да? Садится. Как-то так садится. Два аккумулятора. Вот сюда. Хоп. И этот. Хоп. Сюда, да? А сюда что у нас? Как-то здесь. Ну ладно, сейчас посмотрим. Ну вот, вот так вот как-то, конечно, болтается. Ну, значит, сюда надо будет еще что-то положить. Да, теперь пока это нам выровняется. Все. Ну, вроде так-то и неплохая, но... А может, она специально так сделана, чтобы так ее продавить, чтобы она не болталась там. Может быть и так. Это тоже предложение хорошее, если так положить. Ладно, сейчас посмотрим, что мы еще можем сюда положить. Ну, мне еще желательно вот это, чтобы все сюда сохранялось, лежало. Так, сейчас посмотрим. Так, это куда рамка? И никуда ее и не вставишь, да? Ну, в принципе, вот так можно я. Да? Вот так. О. О, потому что больше всего мне пригодится вот эта рамочка. Вот, и куда-то надо будет положить вот этот вот махонький этот штативчик. Вот так вот. Так. И теперь закрыть, да? Ну, закрыть болтается все равно. Значит, надо что? Сюда все равно надо будет что-то проложить. Или сюда вниз. И вниз надо будет сюда что-то положить. Вот так она, видите, подогнулась, конечно. Упаковано не очень хорошо. Это, конечно, минус продавцу. Ну, я думаю, со временем оно все со временем станет на свои места. Вот так вот. Все станет на свои места. И будет хорошо. Взял я свои волшебные ножницы. И вот с таких вот уплотнителей, вот потоньше,
потолще. И вырезал такие штучки. Вот сюда сейчас покажу. И стало все нормально. Вот видите, такая вот закрывается. И тут внизу тоже вот они. Видите, здесь вот потолще лежат две штучки. Вот так вот это вставляется сюда. Вот так вот. Все. Вот. Перед этим прикрывается, чтобы вот это вот не придавливало. Ну, сюда еще что-то можно положить, я думаю. Теперь вот так закрывается. Где тут у нас молния? Очень хорошо, легко все закрывается. Вот так вот. 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 И все. Вот теперь все стало на свои места. Видите? Немножко, конечно. И что мне не нравится? И что мне нравится? Конечно, было, если бы здесь сделали не вот это вот. Вот эту вот штуку. Непонятно, куда ее прицепить. А здесь, ну, можно будет самому сделать. Или сюда, или куда-то. Где-то достать еще вот из какой-то сумки ремешочек, чтобы можно было ее вешать на плечо. Ну, в общем, так, ребята, что я могу вам сказать? Я, в принципе, за такие деньги вот приобрел и недорого. Кому будет интересно, то у кого есть там GoPro, там еще какие-то камеры вот такого формата, значит, вот не пожалейте, выпишите себе, подложите такие вот штучки, и будет у вас камера уже, не боитесь, что она где-то у вас там как-то у вас вот она уже лежит, не пылится, не случайно вы там не забудете, у вас будет тут два аккумулятора, штатив с держателем, так что, ребят, я вам советую приобрести такой, значит, чехольчик или как сундучок сундучок пускай будет для своей камеры. Ну что, еще раз напоминаю, ссылочка будет внизу в описании, смотрите, переходите, может, какой-то другой формат найдете. Вот также не забывайте подписываться, регистрироваться на кэшбэки. Кэшбэк — это реальный возврат денег от 7 и более процентов при подтверждении покупки, получения вами товара. Значит, вам начисляется денежка. Кап-кап-кап на кэшбэк. Благодарю вас всех за внимание. До свидания.